Кто первый на осколке? Или такие еще? Кто выше из вас? Нет. Да, на БДК орехи. Давайте еще раз шаф поставим. Рыбу у кого есть. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет. Давайте на сум. Маги, поставьте стол. Рыбы у меня нет. Берите все хавку. Давайте забафайте Родина. Баф, лапу. Эффект. Каску, кулак. Четверка, на кого вы ролите? Чек на пул. Будем за Ленина. Уже выходим, мы в три хила идем. Фаба. Лена БДК. Трегоса, выйди из-под босса. Ветер шипылся. Пойдем слушать. Протопал, выбегай с рейда. Сейчас будет вихрь. Босс на тебя должен пойти. Рейд, стоим все в звездочке. Все, стоим здесь. РДД. Бейте босса. Милики, стоим в центре. Бьем шипы. Кто никуда не бегает. Шипы играем. В центре шипы. Хилы на шипах быстрее сливайте. Шли от босса. Давай сакру, никель. Шли. Лилия, давай гимн от хил. Лет луж. Опять гибы. Все в шипы играем. Поиграем сначала. Уже вышли. Все, идем к боссу все. Все к боссу. Шипы сначала играем. Сзади босса шип. Ромбик сбейте, РДД, там шип возле ворот. Муровин, спекайся в танка. Бафы теперь ста. Право сначала травлем. Давайте мырки-фырки, дим на ману.
Слышно, прием? Да. Ребятки, есть у кого-то зелье дикой магии одна штука? Иннеры все звездочки. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность... Давай обмен славе. А, дикой магии менее. Дикой магии есть. Думал, ты про фласку. Ну так, Ридания, я тебе рассказывал тактику на Фредрика. Вытаскивай на панель скилл лань жертвенности. Все время на КД во время боя. То если босс тебе кинет в контроль, ты кинешь. Стань метки поле. И любого АУЕ дамага, когда кто-то в контроле стоит. Бабы ДК слева, протопал справа. Милики слева бьют трэш справа. РДД, помогаем друг другу, если трэш где-то не сливается. Помогаем контролить людей. Мики, контроль, трусы. Торик, квадрат, шлятинка. Луна. Фурики, присты, используем свои игры. Присты, становитесь, короче, слева, мэрки, фырки, серьезный хил, будете контроль давать. Миликам. Право, воет лилия. Идите за тем, кто в контроле. Становитесь так, чтобы вы на момент контроля были всегда в куче людей, чтобы эфир прошел побольше, по большим целям. Дайте столик, пожалуйста, маги. Дай обмен. Ты... Все, макрос на пул пошел. Иннеры звезде залили. Каску по сангвине. Ту каску бафает. Ридания, по себе каску, да, и все в трэш сыграем. Все в трэш, следим за... Вторую фазу первый начинает QE. Сейчас будет контроль. Следите за своим агро. Ники, подымай. Блин, вы не можете за своим агро следить? Подымайте, контрольте людей. Падаем, короче. Хочу тратить это. Давайте заходим в лужу. Что-то ну хуйня какая-то произошла вообще. Слева 2 БДК. Можете как-то трешно. Подходите к трешу, убирайте. Справа вообще ни одного танка не было. Потому что слева стоял протопал. Я же сказал, слева 2 БДК, справа протопал. В следующий раз будет ГП. Есть у кого-то зелье дикой магии одна штука? Кирилл, поставишь столик? Да. Дай мне обмен, ты накидать их в прогрей. 80, ну, 40 хотя бы. Давайте к звездочке подходим возле... Я подожди, мимо нет. Юэ, ты понял, где танчит? Слева. Не справа, а слева. Ебаните стол кто-то магии. Щелкните. Почему ты не убрал трэш? 4 человека упало просто. Протопал слева встал. Этот говорит, что он слева был. В следующий раз 7 ГП.
открывайте, бафайте рейд. Все здесь уже. Че, серьезный хил, ты что? Ну, как ты смотришь на босса? Слева от босса. Два БДК, справа от босса, протопал. Как? Зачем трять очевидные вещи? Каждый раз сюда ходим, и каждый раз одно и то же. Мини, раздавай кресты. Драгоса готов. Каску по роге. И по хабе. Все, все бафы есть. Макрос на пол. Лево 2 БДК. Право протопал. Играем в трэш. Следим за своим игру. Смотрим контроль. Бейте быстрее трэш. Проклятие уже кидаем. Сейчас будет контроль. Контролим луну. Луну и квадрат. Когда кого-то кидают в контроль, мы не ауешим. Входим с лужи. Идем за трэшем. Играем в трэш. Все в трэш сыграли быстрее. Танки сводите в одну точку. Скоро будет контроль. Контролим своих людей. Каплики сливаем, антимагию. Отмените, кстати, бафы темной магии. Отойдите от лужи, законтрольте людей. Так, давайте переводим босса сейчас на пул на QE. QE, набивай агро сейчас по боссу. На ком агро скидывайте его. Пришла пора взять все в свои руки. Так, все в трэш сыграли. Вышел новый трэш. Играем в трэш, следим за духами, выходим с лужи. Бегаем от духов. Дается рост. Смотрим контроль. Обновляйте свои капли, звездопады. Выходим с лужи, контролим людей. Луну. Луну в контроль. Иди, леди к звезде. Везде видели леди. Там будет новый трэш. Играем в трэш. На пульте на Моровинда. Отбежали от духов, играйте в трэш. На пул на Моровинда. Танель, напуливай на Моровинда. Бежали от духов. Контролим игроков. Никакого ауе дамага. Веди к звезде босса. На, понятно, агро на рейде. Лилия, прожми уход в тень. Классные танки, пацаны. Трэш играем. Не бейте босса, все в трэш. Видите, у нас танки не могут справиться с агро. Все в трэш играем. Ох. Блядь. 25 секунд босс на ШП, это нормально. Играть контролем людей. Отошли от духов. Да. Ладно, на пула не было. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна.
Да не стоп, это гро, танки не танки. Идем на следующий квартал. Заново всех бафаем. Люди умерли. Ребята, бафы будут. 5 человек падало. Ни пристабафа, ни лапы, ничего нет. Вы будете бафать? Разве сложно посмотреть, кто упал по обою и потом бафнуть? Тена надо говорить, что бафать. Олег, можешь там на корабле шкаф поставить, сейчас я банок куплю. Я не знаю, куда их работать, я навожу на каску, у него показано, у кого нет каски. Вот так вот. Тебе забрал лут. Там разролим уже на трэше, на гнилом разролим. Идемте быстренько на корабль. А, это еще тропа на сагре. Где их бафы есть? Все ранцы сразу. Кюэ, ты танчишь Мурадина. Топал танчит на нашем корабле трэш. Оридание. Раздай каску опять пороги. Следи внимательно за тем, кому нужен баф. На сурке поставим шкаф. Знаете, еще раз лапу пристабав. Давайте на нашем корабле трэш играем. Я на мага. Летаем, забиваем на трэш, все идем мага бить. Перелетаем быстренько. Давай, жди, пока прилетят все. Давайте пока в трэш играем 10 секунд, потом перелетаем на вражеский корабль. Все, маг появился. Перелетаем на корабль. Кирилл, прочитал ты? Да, подожди, Слава, в бою. Договорись с этим. Играем. Со стражей лобением и семеркой.
Добивайте босса. Ставим шкаф, сумоним ШП. Да я у инста не ставь. Все, захожу. Тут портал есть. Ну за 500 голды маги кто? ПМ пишет. Да кому нужно царя ДПС за 500 голды? Я запустил. Как вы потеряете-то? Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб. Так, минута есть, можно разрулить вещи. Брать его тело. Лок надо, амулет. У тебя нет шансов. Я сильнее. Кольцо на мейн. На ов. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, как... Монета, надо кому-то бесплатно по рулу. Истинный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. И чист. У тебя уже есть. Так, давайте. На этом боссе нужно бить трэш. Вы не будете бить трэш. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... Никель, ты знаешь, что тут ты танчишь три моба? И вы помогаешь. Давайте, трэш 10 секунд, готовимся. 3, 2, 1, трэш вышел. Убираем. Луна пошла в рейд. Луну, забирайте танки. Луну, ку-ку, проснитесь, Луна. Очень медленно. На ком метка падшего воителя? Трэш не бьем. Если бьете, то следите за агро. Все в трэш играем. Ники, следи за агро по трэшу. Луну забирайте танки. Трусы по рейду пошли. Луна тоже. Босс почему-то двигается. Да мне кажется. Руками сдай. ДК, ДК забирай, ничего спишь, два раза уже. ДК, блядь. Ну, Кьюве, ты видишь, где протопал танчил? Опять босс вертится. Последний трэш. Давай. Давай сейчас Сакуру, играем все в трэш. Меня трэш убивает, бля. Микки, подымай кордобу. Давайте гейм на отхил. Я дал. Кто свободен? Дал, дал. ПДПС.
320. Танки, конечно. Бивает, ему... Не знаю, с чего начать. Почему ты не забирал мобов? Я сам недавно узнал, там, чтобы забирать мобов, как на тебя кинулась руна крови, нужно два раза кинуть удар смерти по боссу, чтобы у тебя было 4 руны смерти. И потом, когда нужно тебе забирать босса, нажимаешь на босса, таунт, одну ЛПшку, и следующие ЛПшки даешь в мобов, которые не забирают паладин. Об этом нужно договариваться с паладином, который танчит. И тогда мобы пойдут на БДК. Давай, скажи что-нибудь. Или тебе похуй. Ощущение, что ты на леди, что здесь делаешь, просто жмешь ЛП вопросы. Трэш просто летает там по рейду. Давайте все. Квартал, бьем валик. Ролим печеньку. Ролим печеньку. Агрим первую вальку сначала. Что трэша я тебе отдам? Оттяните ее назад. БДК, Валю, держи. Да, даем. Да, и бьем точно. Пошли дальше. Вторую вальку потом уже согрим. Давайте бафы по шаманам. Каску пристава в лапу опять. Нароч следи кидал на ролл. Не. Наруч не ма. Не забирай, ДК, держи того же. 10%. Забирает. Идем дальше, Петр. Будем ко мне завещать. На это 10%. Так, Валька там летит, давайте Вальку еще убьем. Сзади звездочка. Диспелим. Это заклинание еще не готово.
напомните, 8 человек на раньше мы выставляли? Да. 9-й протопал. Не сагрите лишнее. Куйвэ, отойди. Куйвэ, отойди, там прелесть. Потом отдам тебе наручник. Значит, на рейндж выйдут все присты, 4 ШП. Демолог, Сова, Хантер. Собирай ТК. 8-й протопал. 9-й. Я не прист. Ты выйдешь на рейн. Цыгане сверху. Сейчас твоего непобедимого уведут. Шос, а ты умеешь ловушки обезвреживать? Ловушку сагрили. Бейте мстительных свежевателей сначала, потом давайте паладина гнев небес магикаль сюда. Пал, забирай босса. А, все, не надо. Он скинулся. Еще раз гнев небес, кольцо льда, у кого стали скиллы не на КД. Давайте там сейчас расположимся по команде. Полим быстрее ленты. Сзади ловушку с... Поставишь тотем на силу природы. Теперь место расположения ваше на боссе. Кто уже стоит? Мырки-фырки. Вот хил возле ворот стоите. Я не при серьезный хил слева возле кузницы, слева от босса. Лилия и демолог справа возле кузницы. Микки и Натаниэль сзади босса. Возле кузницы. Появляется лужа, вы от нее отбегаете влево или вправо. Потом она пропадает, вы обратно туда становитесь. Никто никого не заблевал по 3-4 человека. Идеальная атака. Бафните паладина. Кто это сагрил? Желез, ты за воротами? Бежали за спину. Там мырки-фырки, хаба это проруби. А, хаба это проруби. Большой слизень сейчас будет, заберешь. Блять, ну что это за танки? Ёбана в рот. Сука, не танки, какие-то клоуны. Кто это сейчас сделал? Протопал забирает босса почему-то. Пирогос. Все, кого? Да. Кого, бля, я забрал? Ты что, гонишь, что ли? Ну, кто сейчас ставит босса? На кого босс сейчас пошел? Так-то Макс сейчас сорвал. Кто-кто? Макс сорвал. Почему я не прист на РНЖ? 6.2 срывает с QE агро. Заебал, блядь, сука. Каждый трает слаг какой-то. Отличные новости, народ. Я
У кого-то есть БДК? Ты спекнешься в АДК, не будет проблем. Еще какой-то клоун сагрил босса. Где зашли? Не видел, к сожалению, нету на видео. Я отвернулся от босса, не видел. То ли пет, то ли еще хуй знает. То ли вар опять этой яростью своей, блядь. Ну бежал вроде как на вара, на Элвин, на вот это. Сейчас никто и не признается. Ну, не знаю, что успел, не успел. Если босс бежит, то, наверное, надо нажимать 3 ЛПшки. Усилить. Короче, ладно, смотри, видос есть. Я специально зайду, не поленюсь. Посмотрю и накину косарь ГП. Вместо сейчас 300. Потому что смотрите лучше сейчас, если вам не жалко ПРа своего, то это сделал. Потом зайду и посмотрю. Потрачу 5 минут на это сделаю. Я не знаю, как ты будешь смотреть, тут, ну, непонятно. Я вот так вот к стенке отвернулся, то ли я ману отхавал вот так. И сидел. Там можно будет посмотреть. Босс на таргете был. После... Да он пошел на какого-то кастера и все. Там справа от кузни кто стоял, куда он полетел? Ну, справа... Есть кузни, доставьте. Сторожило вроде, на него он вообще пошел, когда переагрили. У него, потому что дамаг прилетел сразу же. Метров. Ничего скоро. Глубоко, дай ему. КД. Для подачи ядовитый слизь. Интересно. Он же упал, Олег, тебя не слышно. Липучка, вонючка. Олег. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Еще бы готова. А че, я не пристал, тоже было было когда? Пока. Ух, Настик, поднимай, я не пристал. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Я не прист, убав. Выходи на сейчас слышно? Слышно сейчас?
старжила, я говорил на рейндж выходить. Ладно, не выходи, перебежали взрыв. За спину. Я не писал выходить на рейндж. Взрыв. Отбежали от взрыва к стенке, прожми сакру. Отбежали все, встали все на рейндж. Между собой рейндж словите, не толпитесь. Давай гейм на отхил, мерки-фырки. Все маги давайте на рейндж. Оридания, прожми бабл. Вышли с лужи. Вы в пятером в одной точке стоите, двигайте. За спину перебежали. Глыбу прожми. Снимайте людей. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Да я потрясающе! Давай шкаф. Тыкать. Тыкать. Опять бафаем рейд. На баф заметки квадрат и крест по рестер шаманам и лапу заново. Магенту, пожалуйста, баф. Дема красно. Обнови на QV. Стерли, вынес кружок, лок в квадрат, лок в квадрат. Пиздец. Рейндж набрали опять. Милик в милизону, лок в квадрат. Опять дистанцию набираем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Сейчас на боссе будет третий стак QE. Ты прожмешься, незыблемость отдашь хотя бы перед с ударами смерти. Так, Ариданя, давай в квадрат. Ариданя, выйди в квадрат. Ивини дамаж. Все, забирай сникель. На веткой гнили прожмешь священную жертву.
ретрики, поставьте ауру от тьмы, прожмите мастер ауру на этой гниле, пока не поздно. Одна секунда до глыбы была, не успел прожить. Надо споры всегда ловить. Да, я так тоже делаю. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Давай, шкаф. Тыкайте. Тык. Так, мне было слышно, когда я говорил про лока? Кто может на лока зайти, вторым локом повесить дебаф на слизни? Есть такие люди? Я могу зайти. И Малесиус, с ТВРК, полок. Ты кидаешь проклятие косноязычия на зеленого слизни, как только он появляется. Понял, что ТВРК? Заходить, да? Да, заходи, покидаешь на красного слизня замедление. Вообще, локом ходил, я один блок кидал на двух слизней с проклятием до каста. Подожди, там у него же есть КД внутреннее, нет? Нет у него внутреннее КД, ГКД только 1.5 секунды, с хастой секунда там. Ну не заходи, я просто его попутал с другим проклятием рока. КД минута. Давай, Валесиус, покидаешь, попробуешь на красного, на зеленого слизня. Да, здесь я всегда добирал двух локов. Не, ну легко в одного лока. Круто. Только главное, что, ну, если он спит, если лагает, то он может не успеть. А если он у него нормально все, слизень появился, одного кидаешь, мышкой выбрал, второго кидаешь. На бафы. Значит так, будем стопать дамаг, ждать зеленого слизня. РДД, вы набираете максимальную дистанцию зеленого слизня и становитесь шеренгой. Не в одной точке, все пельмени в ту точку кидались и лужи, а шеренгой. Была возможность выбежать с лужи и отбежать от слизней. Элвин, ты готов? Че, первого же не замедлять, да? Да, не замедляя первого. Главное на переходке всех замедлять и на второй фазе. Пей столик. Хаба поставь тут тотем на силу природы. Все, QE агри. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которые... В одной точке не стоим, все друг от друга 8 метров набрали. В лужи выходим, 3 хила в рейде у нас. Я еще и рейли. Кабан, щит земли на QE. Стопайте дамаг по профу. Топайте дамаг, ждем слизня. 4% до переходки, ждем слизня. 3%. Бейте все зеленого слизня, 1% уже.
Бейте в зеленого слизня. Милики в одной точке встали, бейте зеленого слизня. Череп сбежались. Зачем ты это сделал сейчас? Ты мог умереть. И ходка. Лок, кидай два дебафа. На ком зеленый дебаф? Вода. Обстановимся. Ком зеленого слизня ему в задницу, чтобы вас откинуло в центр комнаты, а не в стол. Давайте, бьем по дебафам. Прыжблат кинешь, боб на следующую цель красного. Килэ не сбегается в цель зеленого. На ком зеленый дебаф, отбежали в центр, в квадрат. Отбежали все, отбежали, отбежали. Смена цели красного скоро будет. Смена цели красного. Нету красного. Эх, сбежались, череп, все убили. Пухнастик, подымай старожилу. Смотрим за пельменями, за колбами. КД? Да не, где он там валяется? А, все вижу. Подымай. Смотрим колбы. Захилите мага, забафайте мага. Отбежали от пельменей. Пока есть время. Серьезный хил, давай гимноману. Ставлю ТТМ. Играем в красного. Уведи профа к столу, чуть к столу подведи, потому что сейчас колбы будут. Потом подведешь его к зеленому слизню. Колба, одна секунда. Все. Колбы появились, веди к зеленому слизню профа. Веди к зеленому слизню профа, ты не туда повел. Господи, нет, по колбам идешь, ебаный в рот. Так, смотрим, зеленый слизень выливается, колбы, пельмени отбежали. РДД встали шеренгой. Сбежали все в черепок. Сейчас лужа кинется. Отбежали от лужи. Обнови щит земли на БДК. Отбежали от пельменей. Последний слизень. 41. Топайте по профу, ждем красного. 4%. Все, прекращаем бить. Кто свободен, пойте гимноману. Все в красного сыграли. После колпы ведешь профа к столу. Одна секунда, колбы. Уводи к столу. Отбежали от пельменей. Все, переходка. Добивайте на дистанции. Демолог кидай всем, клятие. На ком зеленый дебаф к столу? Может получиться что-то любопытное. Все, играем в слизней. Зеленые в черепок потом становимся. Сангвини кинешь боб на цель красного следующую. Откидывает. Старайтесь в череп отбежать в центр комнаты. О, молодец, Лилия. Смена цели красного должна быть. Красного. Нету красного. Не веди босса, не веди. Веди колб. Отбежали от пельменей. Все, веди босса. Веди босса на 10 метров. Все, дальше не веди. Колбы через 25 секунд только. Уводи только от лужи. Никель, прожми срезку, забери босса. Подбежали от пельменей. Веди потихоньку к воротам, короче. Колбы 5 секунд. Вышли с луж, вышли с колб. Даниэль, останься со мной, включишь потом ауру скорости. Да ладно, давай. Так. Все идем на совет. Включай дух стаи, побежали.
Питник ролем. Слева быстрее. Там, по-моему, никеля ресали, ты встал? Хорошо. Поставь шкаф, суманем там человека. Моровин, спекайся в танка. Квест. Здорово! Давай шкаф. Фрешбла, станешь звезду, Седлик, кружок, все в метки играем. Магу заново бафайте. Никит, баф дайте. Играю в метки. Я так же долго, да, держу. Так. Право. Рок Войт Хилл, серьезный квадрат. Луна. Серьезный хилл, квадрат. Луна, серьезный хилл, квадрат. Идите, контрольте. Луну не слышно было кто. Серьезный хилл, луна. Квадрат лилия. Пройти людей. Настик, ты, конечно, надо этого делать. Квадрат тянем. Луну. Так, звездочка. Круг тяните. Право весь трэш тянем. То, что 2 минуты АФК в райчате. Да, будет. Я рад контролем. Хабы, дисконнект, все за это. Звезда, Войт, Мырки, кружок, Лилия, квадрат. Насчет 3, раз, 2, 3. Все, я понял, я тебя отнял. Хватит меча, играем, нет, играем тактик. В лейтенанта. Нефть не пескаль сюда дали. Брали моба. Ну? Зачем? Звезду Седли, стан, квадрат, фрешблат, играем в звезду. Никель, ты будешь двоих танчить? Да-да. Куэ, ты танчил когда-нибудь келесета? Знаешь, что делать? Прям в кружок.
потом будем звезду играть. Лилия, давай гимноману. Каба, ставь тотем, я ставлю тотем, играем звезду. Не сагрите, не подойдите близко. И играем. Не надо никого контролить. Станем звезду, убиваем. Потом командир. Ридания, ты тут? Так, кого еще из гимномана? Что, кому маны надо? Хаби, залейте или Джейлис, чек на пул. Каску по себе поводим. Ридания, бафы, каски.